Добрый день. И добро пожаловать на канал «Перевод жив». Сегодня мы расскажем о простом, но довольно эффективном упражнении, которое, в принципе, поможет в подготовке устных переводчиков и синхронных, и последовательных, но, может быть, в первую очередь это упражнение важно для синхронистов. Дело в том, что когда мы переводим, особенно синхронно, мы начинаем предложение в переводе каким-то образом и не всегда знаем, как его продолжить. Правильно? Бывает такое? Да, бывает. Но при этом один из самых страшных грехов синхрониста – это оборвать предложение, ставить его незаконченным или начать поправлять себя и постоянно подбирать, вот нет, давай с другого слова, с третьего слова. Все это производит довольно неприятное впечатление на заказчиков. Поэтому одна из важнейших черт подготовки синхрониста – это синтаксическая и лексическая гибкость, умение, начав предложение каким-то образом, продолжить его так, чтобы получить грамотное и соответствующее по смыслу предложение. И да, сегодня мы покажем коротенькое упражнение, суть которого заключается вот в чем. Я буду давать Александру Игоревичу некоторые фразы или коротенькие ситуации на русском языке и попрошу его перевести их как бы сходу в устном режиме на английский язык. Но при этом я буду говорить, с чего необходимо начать этот перевод. При этом можно менять порядок следования элементов, можно из одного предложения сделать два или наоборот, лишь бы коммуникация состоялась, общий смысл был передан корректно. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Коммуникация – это главное. Вот такая ситуация. Прежде всего, мы достигли большого прогресса в корпоративном управлении, что стало возможным благодаря установлению нормальных взаимоотношений между акционерами. First of all, we've made some... Так я еще не сказал, с чего надо начинать. I'm so sorry. You jumped the gun. Ну, в принципе, все было правильно. Первый вариант, начнем с first. First of all, we've made some headway in corporate, whatever, corporate governance. Absolutely. Что стало возможным благодаря установлению нормальных взаимоотношений между акционерами. Which was made possible thanks to the establishment of normal relations between the shareholders or normalization of relations. Лучше врать хорошего. Уже хорошо. То же самое, начиная с we made. We have made... We made. Ну, неважно. We have okay. made. We've made some progress or great progress in corporate governance thanks to the establishment, or thanks to the normalization of relations between the shareholders. Или, если воспользоваться вашей же, Александр Игоревич, рекомендацией, просто thanks to better relations. Right. A lot of. A lot of progress has been reached in corporate governance within our company or by our company thanks to better relations between the shareholders. Progress. Progress has been achieved thanks to corporate governance thanks to better relations between the shareholders. Corporate governance. Corporate governance has been greatly improved in our company thanks to better relations between the shareholders. Прекрасно. Еще буквально два. We saw. We saw, or we have seen maybe, significant or major progress in corporate governance thanks to blah, blah, blah. Mm-hmm. И what we. What we've achieved was or has been significant or major progress in corporate governance, thanks to blah-blah-blah. Ну вот, смысл понятен. Я думаю, что можно вполне даже так сделать. Ну давайте сделаем еще один вариант для закрепления. Компания, имеется в виду наша компания, стала более эффективной, более привлекательной для инвесторов. Вот и вся ситуация. Стоп. Wait for it. The company. The company we own, or the company that I chair, for example, or just the company has become more efficient and appealing to
to investors. We have significantly improved the efficiency of our company and become more appealing to investors, or we have become more efficient and more appealing to investors. Вот правильно все человек говорит. Investors. Investors believe that we have become more efficient and more appealing to the investor community, or just more appealing. Greater. Greater efficiency has been achieved, which has made us more appealing to investors. И такой совсем вот curveball. Attractive. Attractive. Attractive is an area. No, attractive is an area. Attractive. Can you help me? I would say something like attractive is how investors see our company or describe our company now, thanks to greater efficiency. Криво, конечно, странно, да, можно сказать правой рукой чешем левое ухо, но в том-то и дело, что это нормальная английская фраза, смысл понятен, и если почему-то вам пришло в голову именно это слово, и вы начали перевод с него, нет необходимости все бросать и начинать заново. Можно продолжить и в этом случае. На этом пока все. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч!